Кишинев, 5 мая, РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон и посол России Фарид Мухаммедшин приняли участие в перезахоронении останков 26 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны. Сегодня вместе с послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаридом Мухаммедшиным, с ветеранами и участниками поисковых отрядов возложили цветы на мемориальном комплексе «Шерпинский плацдарм» и приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения останков 26 солдат, павших в боях за освобождение Молдовы во время Великой Отечественной войны, написал Додон на странице в Facebook. Мемориальный комплекс «Шерпинский плацдарм», где проходили в августе 1944 года основные бои Ейско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года, накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков. По словам президента, военные действия, в ходе которых была окончательно освобождена Молдавия и выведена из войны Румыния, позволили коренным образом изменить стратегическую ситуацию на Балканах. «Мы никогда не забудем тех, кто ценой собственной жизни освободил нашу землю. Смелость и отвага героев, павших за освобождение от фашистской оккупации, не должны предаваться забвению. Это наша национальная гордость», — добавил он. Додон пригласил всех граждан Молдавии принять участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Великой Победы. Фото. Аккаунт Facebook президента Молдавии. Президент Молдавии Игорь Додон во время церемонии перезахоронения останков 26 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны. 5 мая 2018. Скачать видео, скопировать ссылку, получить код фото. Аккаунт Facebook президента Молдавии. Президент Молдавии Игорь Додон во время церемонии перезахоронения останков 26 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны. 5 мая 2018.